Мы поэтому собираем деньги, грубо говоря, на эту цель в данный момент. И я надеюсь, что они поменяют персонажа из Дума с помощью мода на кого-то из Твича. Я надеюсь, что это будет Капа, какая-нибудь или Франки Рази. Да, и в данный момент в Америке глубокая ночь, поэтому, скорее всего, это все эти игры расставлены именно сейчас ночью. Айвон Абизегай был спидран очень давно, но его не особо любят. Айвон Абизе больше чаще всего ставят в марафон, потому что Айвон Абизегай уже полностью известен, как бы, и спидранеры просто его проходят на раз-два. В Айвон Абизе больше чуть сложнее, поэтому... Такая хрень происходит. Да ладно, Верстер забанит за то, что он так назвал Трайхикса. Я думаю... Версус забанил, потому что вообще постоянно ругается. Я помню спидрам покемона, мы когда говорили, мы не ругаемся на Awesome Games Done Quick, и Версус такой, fuck, shit, fucking Christ, shit, fuck, fuck. А кто такой Гаврилов? Ради интереса. А, Володарский, ё-моё. Я что, похож на Володарского? Вы серьезно? Только Гаврилов, как Володарский, только Гаврилов. Ужас. И, как видите, я начинаю немножко просыпаться. Чаёк, бутербродики, остальные вещи активно меня бустят. И у меня появляется все больше и больше топлива, чтобы работать. Робо-аллигатор почти снова в строю. Да, это Stretch Panic. Я говорю сразу, не просите меня объяснять, что это. Я смотрел эту игру 3 или 4 раза. Я читал о ней Википедию, и... Я до сих пор не понимаю, о чем эта игра. Да, у вас есть какая-то девочка, у вас есть рука, и... Большую часть времени это похоже на... Безумие... Как Psychonauts, когда вы залезаете кому-то в голову. Только так и вся игра. И чтобы атаковать врагов, вы оттягиваете их. Вот так вот, с помощью руки. Are we ready to go? Should be. Yes? Can we play video game? Я напомню, что сейчас они будут играть вдвоем на одном контроллере. Не понять дело, что это японская игра, потому что кто же что мог придумать такое. И как написано, Хиппо Линда. Это не... Необычная история необычной девочки. Эта игра выходила на PlayStation 2, и когда ее один раз показали во время Awesome Games Done Quick, вы не представляете, сколько людей выкупило эту игру с eBay. Вы просто не представляете. И... Они начали играть. Спидран Heavy Rain, лол. Эти подарки очень тяжелые. Yeah, they had her go out shopping. They're too busy to have to go shopping themselves. But Linda's a good girl. Likes to help out the family. Как видите, добрые родители или сестра Лин отправляют ее в магазин, потому что им лень самим шопиться. И ее чуть не сбивает грузовик, из-за нее все подарки рассыпаются, которые она купила.
Did they order demons? Just drop some off real quick. Yeah, no, just drop some no demons off. Yeah. So essentially what ends up happening is all the systems. Итак, все, что происходит, yeah, vanity demons, что абсолютно все сестры в игре, на всех сестер в игре набрасываются демоны и захватывают их, и вам надо их освободить от этих демонов. То есть, грубо говоря, приехала эта машина, приехала к ее дому и закинула небольшую доставку демонов на дом. Не знаю, кто заказывает демонов на дом. Demons, sisters, go. То есть все, что надо знать про сюжет этой игры, это демоны и сестры, поехали. Так как вы были очень добры с своими пожертвованиями, мы будем это проходить вдвоем на одном контроллере. Does it? I don't know. I think it's just scarf. И скажет, а это шарф, который я не знаю, как назвать. Грубо говоря, Айон Гравил использует. И то, что я буду играть за шарф, а Кевин DCG играет за Линду, саму Линду. И походу, как демоны вселяются в этой игре, о том, что рассказали. То, что... То, чем вы гордитесь, в той вселится демон. То есть, если вы гордитесь своим лицом, он вселится в лицо. Как видите, эта девушка гордилась своей грудью, она вселилась. И демоны вселились в ее грудь. А Линда, единственное, чем гордилась Линда, это своим шарфом, где он вселился туда, и поэтому она может им управлять. И да, они держат они контроллеры вдвоем. Точно так же будут играть в Dark Souls 2. Так что хайп. Which is one major difference between Stretch Panic and Hippolinda. Yeah, the reason we're playing Hippolinda, the Japanese version, is because like points are in general like more in your favor here. И так мы играем в японскую версию Линды по одной простой причине, что она чуть лучше. Некоторые моменты в игре чуть лучше сделаны. Left and right sticks at the same time. I didn't grab her. И в данный момент мы. Don't worry about it. Yeah. So there's a few different. В данный момент мы используем левый и правый стик для того, чтобы атаковать врага. И в данный момент она оттягивает, как бы шарф хватает или щипает врагов, я не знаю, как это назвать, поэтому называется Stretch Panic. То, что она оттягивает и бьет их. Это их челлендж. Поэтому они играют вдвоем на одном. Люди пожертвовали деньги, как бы, и используют их как ставки. Пожертвованные деньги, которые, полез бы сказать, используются как ставки на разные челленджи и так далее. Итак, они спасли первую сестру. И эта сестра сейчас очень рада, что она больше не демон. Следующий босс — это Мисс Мека. Мы будем щипать ее ноги несколько раз. Это очень странный, такой небольшой пазл, где он сначала пощипать его ноги, а потом щипнуть за середину, где наносит... То есть так вы наносите больше всего дамага. In order to do the torpedo, I need to latch onto it and then spin the right stick around. Для того, чтобы увернуться от торпеды или попасть по ней, я так понял, мне надо ущипнуть его и начать крутить стик по часовой стрелке. Эта игра стоит из множества мини-игр, походу, внутри. Yeah, in order to do the like double hand exorcism attack, it costs 3 points, so we need to be pretty careful that we don't waste it. If a boss gets too far away, then we will like lose our grip, or sometimes if like something gets in the way while we're initially setting it up,
И они спасли еще одну сестру. The sisters that are like in each demon are random every time. Like yeah. You're not gonna see the same ones. Sometimes you can even repeat. Yeah, we got a duplicate earlier today. We should do spinner first. Yeah, all right. Because we don't have like. Итак, и они отправляются к спиннеру. Spinner's deal. Like it'll like flail around like that. А спиннер будет крутиться, как вы только что видели. И когда он останавливается, вы можете его сбить, и вам надо подать его за хвост. Или что это? Голова его как раз. Я не понимаю, где его голова, где его хвост. Как раз они используют супер удар, который для того, чтобы нанести как можно больше дамага врагу. А они наносят этот дамаг, крутя два стика как ненормальные. На самом деле мало кто понимает, что это за игра, так что. Очень классное действие происходит на камере в данный момент. Как сестры радуются, показывают всем. Наверное, это самая веселая ночь из GDQ, которая сейчас есть. Итак, дополнительный дамаг по этому боссу у нас очень странно. Шатаус у Моника, то есть привет Монике за то, что этот босс такой тупой и непонятный. Как видите, во время супер режима она щипает ее с суперомочительной скоростью. Хороший удар. И сейчас для того, чтобы вернуться от взрыва, надо было запрыгнуть на стену, наверное. И они спасли свою еще одну сестру. Боже мой, какая она огромная. Yeah, funky. Когда она спрыгает, целый мир трясется. Каждый раз, когда они пытаются объяснить трюки для этой игры, я, к сожалению, даже... То есть я начинаю переводить, я понимаю, что не понимаю, что я перевожу, потому что я даже не понимаю, о чем эта игра. А, если что, боссы в этой игре достаточно рандомные, и очень сложно понять, что к чему. То есть иногда, если боссы вдруг начнут что-то делать необычное от обычной битвы, то, к сожалению... Спидран может занять намного больше времени, чем обычно задумывается. И один момент, если вы крутите слишком много вот этого босса, то он почему-то улетает, и вы не можете ничего потом с ним сделать. Будем аккуратны. Была очень сильная битва с этим боссом. Я не знаю, чем гордился эта сестра, почему она превратилась в робота или в летающий зонд. Это очень странно. Игра 2001 года. На PlayStation 2. Мне нравится, что творится на экране, скажем так, справа, во время того, когда сестры освобождаются от демонов.
Санец Пидран героев очень возможен. По одной простой причине, если вы очень грамотно рассчитаете то, насколько можно пройти ту или иную битву, с каким количеством врагов... существ. Итак, что надо сделать с этим врагом? Это надо оторвать ей все части головы. То есть, она похожа чем-то на мистера Картошку, у которого разъединяется часть тела. Сначала мы просто вообще нанесем ей немножко дамага, потом будем отрывать от нее части лица. Ха-ха, какая добрая игра. И то, что нам сбили абсолютно все, что было на голове. С помощью одного удара. То есть они нанесли дамаг по всему, что было, а потом просто долбанули как след по этой голове, чтобы с ней все разлетелось. А теперь продолжает щипать это лицо мистера Картошки. Боже, она огромная. Что делают эти люди? Боже мой, это безумие. Это, знаете, это когда уже третий день марафона, и когда мозг начинает сдаваться, ему нужна какая-то встряска, чтобы он продолжал работать. То есть, грубо говоря, резко запрыгнули на стол, съесть фикус, например, чтобы мозг охренел и не понял, что произошло. И вот эта игра, вот эти игры, вот этот блок, и то, что сейчас творят там на экране справа, это как раз то и есть. Вот этот момент, когда мозг устраивает встряску, чтобы он работал на протяжении оставшихся дней. И сейчас вы встречаетесь с псевдо-Линдой, за которой вы играете. То есть у вас шарф, который вы используете. А у нее такая штука в виде рыбы, которая хватает вещи. И неожиданно она блюет. Я не знаю, что это значит, но почему бы и нет. She's going for the ball. Oh, nice. Free points, dude. Excellent. Assume the position. Good pose. Yeah. Just spread eagle hanging out. Yeah. You can see your face in the reflection on the ground. Yeah. So roofed up. Yeah. I don't think we should really risk Jelly Chan. Yeah, we don't have enough points to do Jelly without. No, she just gets struck by lightning. Right. Почему это так смешно? Почему так смешно, что делают люди справа на камере? Я не знаю. We could go to the next boss, which has one of the dumbest weaknesses in the entire game, or we could just go farm because we have to do that again anyway. Yeah, we need to farm at least. Let's do it now. Also, if any of you are sensitive, you may want to turn the stream off. Итак, сейчас это самый сложный уровень. И как вы видите, я напоминаю, что демон вселяется в части тела, которыми те или иные существа, в данном случае девушки, гордятся. Как видите, эти девушки гордились одним своим местом, и поэтому они увеличились. Это единственное место, где можно почитать пожертвования, потому что, в принципе, тут просто избавляться от этих девушек, да. $100 от... от одного парня, и извиняюсь, что я не могу посмотреть так много стрима, но вот вам деньги, благое дело, и мне очень нравится то, что вы делаете, спасибо большое. Go to games
dunquick.com to donate, find the schedule, and find our donation tracker to figure out what you can donate. Это безумие. Это просто безумие. Но не игра. Количество надувных буйков на квадратный метр просто же невероятно. Да, в данный момент один управляет шарфом, а другой управляет девочкой. Ну так это происходит. Эти враги называются Бонита. Это девушки, которые были... Эти девушки, которые были, скажем так, захвачены дождевны, как я уже объяснил, но только их определенная часть. Sort of the, I don't know, the thing that makes this part like, at least a little bit challenging is you have to grab their back. Единственный момент, что делает эту часть игры достаточно сложной, то, что вам надо хватать за спину. То есть вам надо уворачиваться от них так еще при этом, ну и вставать сзади, чтобы схватить. Бубонита. Итак, быстрое перемещение. С помощью смерти. И мы быстренько возвращаемся обратно. Итак, Желе-чан. Будем надеяться, что ее ударит молнией. На самом деле, их прямо сейчас может ударить молнией, и они могут проиграть. И молния ударила босса, это просто идеальный рассказ событий. Это самая лучшая битва, что у нас когда-либо была, они говорят. Не дело, что надо говорить Желитян. Через Т. И давайте будем следить, как будет танцевать снова. Это компания людей справа. I can't believe she got hit by lightning. I kind of can. You kind of believe? Yeah, I've seen some stuff. So we're in good shape now, then. That's it. Unlike Jelly-chan. Так, мы теперь в хорошем расположении. Теперь мы хорошо выглядим, в принципе, несмотря на то, что Желе-чан. Достаточно худа. Не знаю, почему она превратилась в желе. Я не знаю, чем можно гордиться, чтобы превратиться в желе. Боже мой. Я не понимаю этой игры. Вон написано, что примерно время прохождения 35 минут. Так что какой промежуток? Я тоже не знаю. Здесь мы особо ничего не сделать не можем. Если мы попытаемся ее схватить, то мы ничего не сможем сделать. Нам надо, чтобы все маленькие чувачки ее атаковали. Справа это не фанат игры, это то место, где все проходит. Это благотворительный марафон. И это посетители, зрители, другие спидранеры. Там таких человек тысяча где-то, даже больше. Просто сейчас не глубокая ночь, поэтому там так мало народу в зале. And I think we took too long there. Yeah, probably. Still got the red damage, though. Они играют вдвоем на одной паде, потому что цель пожертвования была, скажем так, достигнута. Когда вы пожертвуете деньги на благотворительность, вы можете использовать эти деньги как ставку для выбора разных челленджей и разных интересных, скажем так, игр. Например, одна, ну, то же самое, например, есть на Dark Souls 2. То есть, если говоря, грубо говоря, вы видите в самом низу
Иногда появляются вещи, типа, на что надо донатить. Ну, какие, на что можно делать ставки. И Dark Souls 2 это одна из тех вещей, на что можно продонатить, чтобы люди играли вдвоем на одном контроллере. У них время, по-моему, часов... часа два ночи, может быть, чуть больше. Эти люди находятся в Миннесоте. В Америке, в Миннесоте. Так что зря вы говорите, что я не знаю. А, минус 6 часов от Гринча, не 12, извиняюсь. Я просто в последний раз, когда работал с Америкой или с Канадой, у меня было 12 часов прайс, я что-то так привык ориентироваться на это. То есть, значит, у них раннее утро. So Mirage, we're gonna have to. I'm luring her back towards an. Значит, минус 9 от нашего, значит, от Гринча. Значит, минус 9, да. 4. 5, значит, у них 5 утра. Hopefully she'll get in the water and we can get red damage on her. Nope. Nope. Кстати, вы заметили момент, наверное, что чтобы когда не наносит урон ей с помощью щипков. Справа вверху как раз, скажем так, есть такая звезда, которая определяет дома, которые они нанесли. Doing an exorcism is the highest DPS we can really achieve in the game. By far. So if we have a surplus of points, it's a pretty good thing to just go for double exorcism. You just go hog wild. Dude. Yeah. Они говорят, что мы внесли дополнительный дамаг, несмотря на все ее движения. И, боже мой, я могу это переводить, но я не понимаю. Происходит, я думал, кто понимает, кто начинает спидранов, что происходит. But yeah, in Hippolinda, Demonica is pretty clearly the silliest boss. You don't really get to see Demonica. Yeah, you don't get to see gimmick. Yeah. Почему же все ругаются матом? Почему нельзя спокойно спросить, зайти и спросить, что же это такое? Это же самый большой благотворительный марафон. Shout-out to our sponsors. Yeah. You can kind of see it moving in the background. Видите, как босс в данный момент двигается на задней части экрана? Этот босс прекрасный. Недоумение. Я очень понимаю это недоумение, особенно если прийти в данный момент. Если бы тут был Соник и просто его проходили быстро, пролетая через текстуры, это было более понятно, чем то, что происходит сейчас, потому что даже это мне непонятно. Несмотря на то, что я еще раз говорю, я смотрел эту игру раза три, потому что она была часа на марафонах. Я до сих пор не понимаю то, как они сохраняют тут время и так далее. She's underground. Maybe we can get an exorcism on one of these. Yeah. She's above ground now. Я даже не вижу, как они ловят босса. А, я понял. Нет, не понял. Я так понял, все зависит от того, откуда идет звук.
За какой двери? Они ту и оттягивают дверь. Спидран, здесь разбас, где надо ехать на настоящем. Настоящем автобусе, говорю, 24 часа. That was pretty rough for a while. Yeah, I was getting kind of worried. Кстати, да, если вы сделаете скажем так, пожертвование, вы можете показать, что русский стрим живет и процветает. Я знаю, что уже ребята делали пожертвования наши. И интересно, что происходит во время, скажем так, ну точнее, был ли зачитан этот комментарий или нет, если он вообще оставался. Напомню, что надо стать на английском его. И если вы оставите свое пожертвование, не забудьте, что вы помогаете благотворительности, а также участвуйте в розыгрыше многих призов, которые есть на американском стриме. Да, конец будет под вечер в воскресенье, и это только основной марафон. Потом, возможно, если вдруг им взбредет в голову, они сделают еще бонусный стрим на целый день. Это был ужасный босс. Итак, я уже сразу же наблюдаю за камерой. Мне очень нравится, как все очень, скажем так, отдаются этому танцу каждый раз, когда они освобождают ту или иную сестру. Я только знаю, как сказал один спидранеров, я знаю только историю за демонами, вообще в чем суть, почему тут демоны есть. Выбираю всех девочек. В чем суть этого замка, я вообще не понимаю. Так, нам надо, чтобы хотя бы победить девятерых, чтобы был смысл ходить отсюда. Шесть, чтобы открыть двери, три экзорцизма, что? So spirit was significantly changed in Hippolinda, as opposed to. Spirit была очень сильно изменена в Hippolinda. Я напоминаю, что Stretch Panic — это американская версия игры, это японская. И в японской версии она очень сильно изменена. Ideally, we're gonna wait for her to do specific attacks, and then exercise her hands during them. Так, скажем так, на самом деле мы будем ждать определенной атаки от нее, а потом будем помогать ее рукам двигаться в определенные места. Ой. И они решили поджечь руки, потому что почему бы и нет. Oh, really? Yeah. Rip. Yeah, rest in peace, dude.
Okay, this is it, y'all. All right, good. We actually get to beat the video. Спасибо. Я снова, наверное, оглушил просто всех. Я все время забываю, что когда я чихаю, забываю выключить микрофон, к сожалению. I think that was it. I don't know if we missed any bosses. I hope not. Yeah. We'll find out, because the music. Еще одна огромная сестра, которая выглядела, по-моему, лучше всех в режиме демона. В Европе и в Америке говорят «Bless you». Или в Германии говорят «Gesundheit». Then the door will disappear if you just like beat it and it should be fine. Actually, yeah, you're right, because there's the cutscene that we'll play and we didn't have to like exit otherwise, so. There we go. Alright, that's time. Open the credits door. И время. We did it. We did it. 31 минут 59 секунд. Везде говорят, в англоговорящих странах говорят «Bless you», в Германии говорят «Gesundheit», и не помню, как в остальных. Я не болею, не волнуйтесь, просто чихнул, захотелось. В общем, дурдом. Пока, скажем так, эта игра заканчивается, и сейчас начнет снова, я пойду захожу еще за чаем, потому что это безумие. So that was Hippa Linda, aka Stretch Panic, aka Freak Out. One of Treasure's hottest games. Did they make any other PS2 games? I think they did. I don't know if they were quite as great. Yeah, as spicy. As unique. As interesting. Yeah. This was Treasure's first 3D game, I think. Probably. Kind of shows. It's more of like a tech demo. It's a really good tech demo. Yeah, it's a pretty enjoyable tech demo. Спасибо большое за рехост, Дениска. So I'd like to thank our backup dancers during the course of this run. Shout out to you. Oh yeah, so which run is up next? Oh, up next is Roundabout by my good pal Studio. Oh baby. Featuring a special guest. You'll have to wait and see who that guest is. Unless they already know. I don't know. They probably do at this point. But yeah, that was us. Yep. So, Stretch Panic, aka Hippo Linda, aka some other stuff. I'm tired. Fantastic run. Two players, one controller, by the way, which makes that a little more impressive, I think. Roundabout by Studio is coming up next. We do have a few donations to read here. $50 from NoGuard, making a second donation here during Stretch Panic, because this game deserves much more love. And May Kashihara donates $20. Love this game. Shoutouts to Treasure, one of my favorite developers who made this and many other great games being run at this marathon, like Ikaruga and Gunstar Heroes. Well, I am out of here for the time being. My name is I Like Being Smart. I have thoroughly enjoyed interacting with you guys in chat for the past couple of hours. Yes, I have been reading chat. Yes, you probably should be scared. But thank you very much for watching Summer Games Done Quick 2015. We are donating to Dr.